Здесь у меня небольшой уголочек с розами, клематисами и лилиями. Роза Фальстаф, Костенька. Я ее посадила в прошлом году весной. Она уже в прошлом году цвела. И в этом сезоне тоже, сколько у нее бутончиков. У меня есть еще две розы Фальстаф. Но они не такие прыткие, не такие активные. Хотя высажены были даже раньше, чем вот этот саженец. Этот саженец оригинальный. И те оба саженца тоже оригинальные. Но вот из трех саженцев только один саженец у меня такой вот активный. Два саженца пока сидят, пока думают. Бутончики там есть, но вот жду. Вот это роза Фальстаф. Рядом с ней розочка Баронесса. Баронесса будет хорошо цвести. Баронесса. Рядом с Баронессой Александра Уфкент. Тоже Остинка. Уже я один цветочек срезала. Делала букетик. Ну вот. Еще несколько цветочков она показала. Еще у нее тут много бутонов. Тоже я ее высадила прошлой весной. То есть второе лето в моем саду эти розы. Еще у меня здесь роза, которую я думала уже потеряла. Но я ее реанимировала. Но правда она у меня такая немножечко хиленькая. Поэтому пока что наращивает силу. У меня здесь много лилий. И здесь же роза эльф, которую я уже тоже второй год жду. И все никак. Я ее, правда, очень сильно обрезала, вырезала. Она у меня плохо вышла из зимы. Но здесь вот роза Крокус Роуз, которая готовится. Готовится к цветению. У нее много бутончиков. Будем ждать. Кенская и Баронесса рядом. А с этой стороны роза Джардина, которая тоже вот-вот раскроет свои цветочки красивые. Тоже пришлось обрезать ее хорошо после зимы. Здесь маленькая Пиано. Только высаженная. Пусть пока растет, наращивает силу. Здесь разные у меня лилии. И еще розочка Манстед Вуд. Тоже прошлой весной она была высажена. Уже в том году она цвела, эта роза. Оригинальный саженец. Было два. Один зимой вымерз. Второй вот выжил. Пошел в рост Манстед Вуд. Такой уголочек. Здесь я поставлю красивое кресло. И когда все розы зацветут, когда они окрепнут, станут пышные, красивые, в этом уголке можно сидеть и расслабляться, отдыхать. Фальстаф очень красивая роза. Это розочка Perennial Blue. Она только-только зацветает. Когда вся зацветет, я ее покажу. Пока только вот отдельные цветочки у нее зацвели.
Perennial Blue. А здесь хочу показать вам розу The Tolbiac. Очень красивая роза. Она растет высокая. Уже она расцвела, столько дала бутонов. Несмотря на то, что зимой тоже пострадала. Я ее обрезала сильно. Но все равно эта розочка радует. Очень радует. У меня два куста такой розы. The Tolbiac. Вот если с этой стороны посмотреть. The Tolbiac. А еще тут рядом розочка Дэвида Остина. Tess of the D'Urberville. Вот она, Tess of the D'Urberville. У меня тоже два куста такой розы в саду. Очень красивая. Она вырастает высокая. Под нее еще высокие опоры надо будет ставить. Но роза очень-очень такая. Ну, как и все остинки. Как и все остинки. Tess of the D'Urberville. Там набрала бутоны. Вот видите, много-много желтых бутонов. Это роза The Poet's Wife. Это жена поэта. Роза тоже Дэвида Остина. Остинка. Клематис Николай Рубцов. И с этой стороны тоже остинки. Джудзе Обскур. Красавец цветочек. Джудзе Обскур. От ветра она прям поникла так, полегла. На Манстед Вуд. Джудзе Обскур. А вот Манстед Вуд рядом. Волшебная роза Манстед Вуд. Ой. Скоро зацветут рядом лилии. Рядом с Манстед Вудом. Вот он мой Манстед Вуд. А тут еще дама Джуди Денч. Посмотрите, сколько у нее бутонов. Скоро, скоро, скоро. Дама Джуди Денч. Когда в полном раскрытии, бутончик такой как растрепочка. А вот здесь вот посмотрите. Тоже немножко он такой, да, растрепка, когда раскрывается. В полураспуске еще немножечко другой. Ну и помпоны. Помпоны Джудзе Обскур. Этот помпон уже можно убрать. А вот эти еще они только готовятся к цветению. Вот эти помпушечки. И очень ароматная роза. Что у меня тут? Шанталь Мерье распускается. Тоже она такая густо-густо набитая внутри. Цветочек такой густо набитый у Шанталь Мерье. Здесь лаваглют распускается. Я высаживала лаваглют рядом с Шарль Азнавур. И Шанталь Мерье. Красавица Шанталь Мерье. А тут у меня распустилась тоже остинка. Это Винчестер Кэфедрал. Вот она, Винчестер Кэфедрал. Рядом с розочкой Августа Луиза. Вот такая у меня здесь композиция получилась красивая. Еще и дамочка красивая у меня здесь же. И вот так, вот так, вот так. Если мы пройдемся по саду, то у меня очень много остинок. Я очень люблю остинки. Кстати, уже практически раскрылась роза Лагуна. Это плетистая розочка. Она тут у меня по такой красивой вот шпалерочке идет. Вот она, розочка. Лагуна. Лагуночка.
У нее в ножках сидит роза Байланда. Лагуночка вот такая вот у нас. Ну и немножечко общий вид. Вон там вдалеке распускается Golden Showers, вот желтые цветочки, Sympathy, Iceberg. Это моя любимица Golden Celebration. Там Amadeus роза. И здесь это вот клумбочка тоже, в которой я уже показывала, растет котовник с разными розочками. Пока вот просто общий вид, общий план. Здесь Каталина. Две розы Каталины. Вот они, Каталинки. Какие обильные. А это Comtesse du Barry. Тоже очень обильная роза. Comtesse du Barry и две Каталины. В 80-литровом большом кашпо. Вот тут вот у меня вот это зацветает Молинью. Вон там Бельведер розочка зацвела, я смотрю, белая Транквилити. Ну, туда я чуть позже покажу вам. Вот эта розовая нежнятина, это королева Швеции. Она у меня прям под Амадеусом. И тут же рядом Манстед Вуд. Весь в бутонах. Ну, вот так вот. И вот эта клумба мне очень нравится. Хайди Клум великолепно смотрится с котовниками. Просто великолепно смотрится. И также Лавандер Айс. Я там пару цветочков срезала на букетик. Тоже с котовниками. Шикарно смотрится. И моя, конечно, любимочка. Потрепала ее ветром эти дни. Golden Celebration. Golden Celebration, красотка. Ну, вот такие вот розочки. Не про все, конечно. Сейчас я вам рассказала. Тут вот они Дюпрей. Все больше, больше, больше зацветает они Дюпрей. Какая она солнечная, красивая. Она рядом с Blue Moon. Уже я показывала Blue Moon. Я люблю такое цветовое сочетание нежно-сиреневого с желтым, нежно-желтым. Конечно, это очень красиво. Еще здесь в тон зацветут лилии. А вот здесь посмотрите, какая огромная лилия. Она такая красивая. Лилии – это вообще отдельный разговор. Просто отдельный разговор. Про лилии поговорим, когда они зацветут. Я вам покажу. Лилии у меня много, и они все очень красивые. Зацвела Вестерленд. Это моя старая роза. Ей лет 15, не меньше. Вот эта розочка. И еще такая же у меня есть новенькая. И Double Delight зацвел цветочек. Как он сильно пострадал, этот куст, зимой. Прям вырезала, вырезала. Очень сильно пострадал. Ну вот, ну что, Golden Showers. Тоже я люблю эту розу. Одна из любимок. Сегодня у нас ветрено, дождливо. Вот одна из любимок. Один цветочек уже убираю отцветший. Другие цветочки идут на смену. Цветочки, ну, куст, конечно, красивый. Цветок очень красивый у нее. Golden Showers. Вот такая она у меня. Вот такая. И здесь же рядом. Рядом с Golden Showers. Сильно пострадавшая. Многострадальная Sympathy. Ну ничего, цветет. Цветет, красоточка. Все равно цветет. Так, здесь раскрывается, к
кстати, вот бутончики Golden Celebration. Смотрите, сколько еще их. Раскрывается Лоран Каброль. Вот он какой красивый цветочек у Лоран Каброль с такими переливами. Лоран Каброль. Вот она, айсберг. Айсберг раскрывается. Айсберг у меня рядом с Golden Celebration. Golden Celebration. Цветочки и айсберг. Цветочки. Ой, обрезала ее. Ну, это вот как такой штампик делала. И вот как на штампике айсберг у меня получился. А вот посмотрите, сколько еще не раскрывшихся бутонов. Вот тебе и на. Тоже вырезанная была в зиму. Ну, Golden Celebration – это любовь. Любовь с первого взгляда, конечно, что говорить. И посмотрите на фоне котовников, как она красиво смотрится. И там вдали Хайди Клум. Вот все-таки цветовое сочетание, да, какое красивое. Мне очень нравится. Ну-ка, посмотрим этот цветочек. Golden Celebration, красотка. Вон сколько еще бутонов. Еще будет раскрываться, раскрываться и раскрываться.